Так, поехали. Еще одна попытка снять Луну. 7 апреля 2020 год. Харьков, Луна в Перигее. Пробуем разные настройки автофокуса. Уже не помню, какой это дубль. Вот сейчас неплохо. Так, значит, опять текст. Сначала. 7 апреля 2020 год. Перигея, Луна на самом близком расстоянии по своей орбите от Земли, причем за весь 2020 год. 356 900 километров. В октябре будет 356 915 километров. Вряд ли мы это заметим, разницу, но... Констатирую факт, что сегодня самое близкое расстояние до Луны. Это все Луна. В 125-кратном увеличении. Да, так даже, по-моему, лучше фокусируется. А при изменении расстояния фокусировка теряется. Ну ладно. Пока рассматриваем Луну и наслаждаемся. Да, при той фокусировке гуляла туда-сюда резкость, а здесь вроде почетче. Ты посмотри, как дробью сыпанули. Солью кто-то всадил филейную часть Man on the Moon, который Man on the Moon. Так, сейчас будет тряска. Двигаю штатив. Пытаюсь найти что-нибудь. Ты посмотри, какая красота. Да, тут явно четче фокусировка. Но зато не позволяет. Ну, бог с ней, с фокусировкой. Чтоб такое торжественно-тревожное спеть в тон видеоряду. В пещере Горного Короля прыгнут, пойдет или не портить впечатление. Я балдею, как четко видно вообще. Или может это мне на экранчике так кажется, на маленьком. Так, посмотрим потом, что на большом. Да, это просто класс. Так, сразу фотоаппарат Nikon Coolpix P1000. 125-кратное оптическое увеличение. Тут еще добавлено 4-кратное цифровое. В общем... Если кто-то увидит ботинок Армстронга, просьба вернуть хозяину, конечно. Три черные точки какие-то. Да, с фотоаппаратом разбираюсь, не знаю, разбираться буду еще долго. 245. Вот единственное, что я запомнил из инструкции, что у меня 245 страниц формата А4. Это настолько вогнало в депрессию меня, что дальше продвижение по этим инструкциям пока не пошли. Поэтому пока чувствую себя
обезьяной, пытающейся микроскопом банан сбить. Да, это класс. Все-таки там автофокус гулял, когда... Это у нас, сейчас я сам для себя заметочку оставлю. Это у нас автофокус по кадровый. А тот был, который на предыдущей записи. Он был, сейчас я попробую нашего Аристарха найти. А тот был у нас... перманентный, постоянный автофокус. Так вот, постоянный фокус всегда колеблется и гуляет. О, Платон. Искали Аристарха, нашли Платона. У них там прямо как карантина нету, кучкуются друг рядом с другом, не соблюдая дистанцию коронавирусную. Блин, что там за белое такое? Что там может быть? Кратеры, что там за белое? Черное, серое, черно-серое, бело-серое, серо-белое, все кратеры. Разные формы, разных оттенков. Где Аристарх? Он же не мог уйти. А вот он. А вот она я. Черт, да чего ж красиво. Я не знаю. Завораживает меня зрелище. Завораживает меня сама возможность смотреть на эти все красоты с каким-то фотоаппаратом. Причем компакт. Несменный объектив, господи. Аристарх в девятке. Ладно, давай еще разочек. Сейчас попробую уменьшить увеличение. Что же еще сделать с увеличением, как не уменьшать? Оно же для этого и предназначено, увеличение. Боюсь, что потеряется фокус. А такие фокусы нам не нужны. Так, ладно, поехали. Тихо. А, и тихо Браги еще. Ну, тут на троих соображают натурально. Моя ты лапочка. Селена Муновна. Вот так, давай. Хорошо, сейчас посмотрим еще Венеру. А то что-то у нас одни Аристархи с Платонами, да тихо Брагами. С Брагами пойдем к Венере. Дабы концентрацию этой мускулинности уменьшить. Упс. Так, поехали. Вот она. Ты посмотри, как... выделяется. Ну а что удивляться? Третий по яркости объект на небосводе земном после... А других мы не видели. После Солнца и Луны это Венера. Попадать буду долго.
Слушай, видно фазу тоже. Ты представляешь, видно же, да, что половина только Венера освещена. Сейчас будем опять ловить треногами. Да, видно, половина освещена Солнцем Венера. Но Венера малепусенькая, она вообще через кадр будет проноситься аж бегом. Смотри, хоп, и нет Венера. Сейчас попробуем найти оптимальный. Неплохо. Да, ну нету чистоты неба. Я все равно плеяд не вижу совершенно. Жаль. Ну ничего, на предыдущих съемках можно посмотреть. Вот там луна, конечно, была пожиже. Но плеяды были просто великолепны. Особенно когда Венера пристроилась. Как бы это сказать, в хвост этой малой медведицы. Ну а здесь где-то плеяды, не видно их ни грамма. Но они там. Жаль. Ладно, бог с ними. Поехали опять к Луне. В Перигее. Не будем отказывать себе удовольствие. Пока такая великолепная погода, пока такой штиль. Пока такое относительно на 99% ясное небо, дымку я считать уже не буду, дабы не гневить астрофизических богов или кого там еще. Дабы не занудничать. Смотри, в этот раз навелось вообще без проблем. Надо же. А что же это зависит? Так, ИСУ я сейчас поставил чуть-чуть меньше стандартного заводского. Опять же, я себе делаю нотатки. Мне то ли кажется, то ли темнее стало с предыдущей съемки, то ли не в то место его навел аппарат еще свой. Ну ладно, на этом будем завершать. Это надо бы как бы и отдохнуть сегодня. С надеждой на то, что завтра утром поснимать Марс, Венеру, ой, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн сейчас втроем поднимаются перед рассветом над горизонтом. Видно классно, в ряд стоят такой шеренгочкой. И надо бы мне этот фотоаппарат, конечно, использовать, поснимать. А то я все 50-кратным это снимаю, а там эффект не тот, тем более он уже довольно изношен. Да, выучить бы эти все кратеры названия, но тут надежды нет. В башке дырок больше, чем кратеров на этой Луне. Ладненько, 7 апреля 2020 год, Харьков, 50-я параллель северной широты.
Сейчас еще время скажем, и на том финишируем. 22.08. Лады.